политическое искусство, для меня это искусство, которое работает с механикой управления, с рычагами власти. Точкой невозврата стал вот этот карательный процесс над группой Pussy Riot, то есть стало репрессивное действие власти, когда власть вторглась на территорию искусства, и когда этим процессом власть пыталась заставить людей заткнуться. Я показал вот эту перспективу общества, состоящего из людей, которые молчат, да, людей с зашитыми ртами. Когда сюда приехали полицейские, они не могли ничего сделать со мной, потому что был зашит рот, они не могли получить никаких показаний, они не могли ничего сделать, они вынуждены были стать действующими лицами, то есть власть подчинилась событию. В 8 часов утра пришли люди, ну, стали ломиться в дверь. Вот, естественно, мы открывать не стали, нужно было очень много чего спрятать. Открываем, полиция! Полиция, дверь! Я думаю, что он такой один. Есть, конечно же, есть много инакомыслящих, но которые не пойдут там себе ничего прибивать на Красную площадь. Один человек манипулирует всей страшной системой. Почему? Во-первых, потому что очень талантливый художник. Во-вторых, потому что один. Как такового допроса его не было. Мы с ним просто разговаривали. А он, оказывается, все это записывал. Я вам еще раз говорю. Не мыслите так глобально. Я могу сузить. Тогда получается ситуация, что за акцию «Свобода» свобода оказывается под угрозой.